красной бригады. Поделок из некрашенных корней. Мы пойдем и купим крышку бесконтактного трамблера, потому что 100%, что все дело было в ней. Я капот у нашей Дуси осторожно приоткрою и стартером постартую, и подсосом подсосу, и на правильное место крышку винтиком пристрою, и проделаю контрольный тюк ногой по колесу. А на утро воскресенье ты увидишь, что напрасно выражала в адрес Дуси ты сомнения свои. И откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный. До ближайшего ГАИ, а мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги, загрустив, опустит руку, справедливо догадавшись, что ее не подберут. Пытайтесь в понедельник нас спросить неосторожно, где мы были в воскресенье и зачем в машине трос. И покроет нашу тайну наш надежный, безнадежный 8-летний жигулевский мерседетый шестисос. Где мы были, вам не скажет ни резина, ни приборы. Да и мы вам не покажем, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто не догадался между чем и чем.